назначает встречу своему лицейскому другу Константину Барбасу, который, несмотря на то, что участники дуэли преследовались по российским законам и строго наказывались, согласился оказать Пушкину услугу, согласился быть секундантом в роковой дуэли поэта. Они встретились, выпили воды или лимонада, Донзас не запомнил. Затем вышли на Невский проспект, сели в сани и направились к месту роковой дуэли. Обратите внимание на набережную справа, здание краснокирпичного фасада, сильно перестроенная гостиница «Демутов трактир», названная по фамилии владельца Филиппа Якоба Демута. Пушкинское время гостиница на 60 номеров, номер вкус и кошелек. Именно в эту гостиницу 11-летнего Сашу Пушкина привозит его дядя Василий Львович. Это для определения в закрытое учебное учреждение Царско-сельский лицей. Из окон небольшой гостиницы маленький Саша впервые наблюдал с Московского проспекта в жизни Петербурга. А став взрослым, русский поэт неоднократно занимает здесь комнату. Стена гостиницы работает над многими своими произведениями. Здесь он знакомится с писателями, поэтами, художниками. Например, с художником Кипренским, который напишет один из лучших психологических портретов поэта. Пушкин изображен на портрете в накидке в черно-белую клетку. Александру Сергеевичу портрет понравился, но он с грустью о нем сказал: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит». Портрет был написан в фонтанном доме, дворец графа Шереметьева. Мы с вами увидим этот дворец чуть позже. А когда Пушкин женился на Наталье Гончаровой, он снимает апартаменты. За несколько лет семья сменила много адресов. Последняя квартира семьи Пушкиных находится на набережной Мойки, адрес Мойка 12, бывший особняк Волконских. Мы с вами увидим это здание, пройдя по сводам еще одного широкого городского моста Певческого. Рисунок решетки моста напоминает домотканное кружево, натянутое на пялице. И во время хвосты, или пальмет, ветки пальмы. В створе моста в глубине двора справа находится певческая капелла, которая дала название мосту. Своды капеллы не видно. А слева в створе моста находится ансамбль Дворцовой площади.